Ничего, да, это все в теме. Ученые говорят, что гравитация — это очень важная вещь. Она вокруг нас, она внутри нас. То есть, если бы не было гравитации, не было бы нас. Следующая песня называется «Падение». Все, что я вижу, все падает вниз. Падают слезы под наши печали. Хочет упасть и разбиться карниз. Все мы на нем и когда-то стояли. Падает правда в объятия лжи. И прорасти там сумеет едва ли. Падает глубь в непокорную высь. Падает близко в дальние дали. Падает фразы на чистый листок, чтобы поведать о чьем-то падении. Взлет для падения всегда будет впрок. Вверх нелегко, а назад лишь мгновенье. В этом падении заложена суть. Это движение пропитано силой. Все, что упало, назад не вернуть. Падает все, что укрыто могилой. Падают звезды, устав от небес. В небе торчать одинокое время. Падают в славе и падают без. Падает грех, проходя через время. Падает все, отработав свой путь. Падает пуля, а вместе с ней тело. Падает смысла, поргавшая суть. Падает все, что уже отгорело. Падает все с кем-то в чем-то во мне. В этом процессе нет нашего мнения. Вера снимает симптомы вполне. Но и она видит вниз без сомнения. Все, что я вижу, все падает вниз. Спасибо. Владимир Никитин, группа «Колея». Сейчас мы услышим песни Елены Ликановой. Как-то везет, что я сегодня прям на двух разных гитарах играю. Ну что, у нас сотворчество, поле для экспериментов. Так, кто хочет быть следующим? Есть такие желающие. Давайте я, Сергей Николаевич. Так, Сергей, наверное, пускай Василий сыграет, ладно? Тут был последним, сейчас мы... Если не первым, то хоть средним сделаем. Так, Лена, ты готова, да? Название песен, по возможности, да?